Это, что ты решил десятки собирать? Ты мне объясни, привет. Нет, я не про ИВК говорю, я говорю вообще вот про РС. Ну, а почему бы нет? Шалом, ребят, здорово. Здорово, здорово. Ну вот смотри, предположим, говорят, что типа вот одевать, вот предположим, нашу гильдию, блядь, одевать в норме только можно еще. Там очень много шмота им надо, всем причем. Мы вчера в Гер с 10 пугами пошли. Вот Гера вообще был отстойный, на самом деле. Блять, даже ну, там Олег во время боя кикал уже. Ну, просто в чушь вчера такая творилась, ахинея просто у ханалии какая. Так, может я могу зайти, в принципе, на лока или на мага? Все всех присумали. Ну, нет, там еще камешки надо ставить, чарки закидать. Но я могу на другого зайти. Не, просто, короче, я вчера печеньку сролил, как бы поменял и ничего не делал. Нет, нет. Полено суммонить. Суммонил уже, блин. Раза четыре. Хорошо. А лубрикана? Бомберек. Он Андряга говорит, что никогда. Кстати, Вой, давно хотел спросить, ты паладина такой вот есть, Мелисса, ты знаешь его? Старый человек. Ну, просто интересно. О, он сейчас не играет вообще, просто спрашиваю. Ну, он раньше в хардах был, в вольтах был. Малыш Кирику. Что, кто второй там? Сейчас, погодите, формулу пропишу человеку. Я
И, кстати, Войт, ты за следующую неделю что-то думал или нет еще? Ну, какие рейды будут, когда, что? Ну, я просто планирую в отпуск на следующей неделе, и у меня будет время, как бы я хотел немножко афнуть себе что-нибудь хотя бы. Этот с отпускных задонать черт слово. Ну, вообще какие-нибудь рейды, блядь, я не знаю. Мне ПР нужно на всех поднимать. Я на все попаду, я уверен просто. Что, все РС уже отходили, да? Подождите, я забегу. А где сюрприз? Бегу, бегу, бегу. Релогнуть пока сниму. Так, готов. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто... Что тут, по 300, да? ...войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой грозы Почему? Был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Мне походу не глаз не дай ебать. Кто пугал забирает? Сука, я так близко стоял. Не, есть у меня. Так этот до нас заберет, я... Что тут не убьется десятки? Да, я успею. Беги быстрее. Насрать на протопал, он бабу, он снимет. Агро. В воздухе повеяло ледяным дыханием
Выбираем следующего бойца. На арену выходит Ледяной Рёв. Сражайтесь или погибнете, герои! Он сорвал. Так что-то меня автоатакой убил. В скате полоски уменьшились. Смотри, робот какой-то пидор менял. Но кто кроме меня мог менять? Какой гребаный. Просто убегаешь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это обычное облако газа, только будьте осторожны. И такое же оно и обычное. Хороший поезд, да, бля? Ну, могу, блядь, само то было. Добрый день. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Пробафайте, пожалуйста. Готовьтесь к забвению! Это заклинание еще не готово. Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Да, лол, я видел, как я вбил каст. Ну, типа... Я только один успел здесь спалить. Собака, блин. А.
Ясный собака скинул. Я охуел. Жить уроком тем, что смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Да, а я тут столько для хуйни. Я встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите... Вон, рыбу хавай. Рыбу хавай. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Блядь, если увеличить эту рыбу, вас кто-то поджимает нахуй. Вот увеличить максимально и посмотреть на эту, блядь, ебаную рыбу, ебать. Я бы ты дерьмонька. Я бы... Что это, блядь? Апельсин я, может, поел. Это короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Там еще лук есть. Погнали, я прожал. Бля, ебать его быстро. Вот у тебя страх есть, как бы. Красава. Дистракшн, блядь. Это тупо ей сало и ей пизда. Тотальное доминирование, блядь. Читать это заклинание. Пустая и горькая победа. После сегодня... Это слишком быстро. Кто еще, кроме короля меча, выиграет от подобной глупости? Поливенький воин. И ради чего?
Если я как бы, не могу лететь, я могу рулить сейчас или нет? Если я тоже захочу ачивку делать, я буду, ну, как бы, рулить сейчас можно? Руль, что хочешь. Состязания начнутся! Амхир. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. На экспрессе. Да поглотит вас тьма! Я не знаю, в чем прикол, но на X5 они что-то все бьют у черные. То есть они берут черную и бьют у черную. Сука. О, меч, блядь. Про ловкость, еба. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Король Лич понес тяжелую потерю. Слышь, а льда будет потом? Бесстрашные герои серебряного авангарда. А сколько там онлайн? Мы нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья. То есть есть маза, да? Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я заслужу тебе заслуженную. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне. Фордринг. Страхнем этого босса. Давайте, а то мне тут, блин, 33 звонка. Не, я не слышал вообще ничего, что ты говорил. После Валик. А, ну окей, и какого?
Хорошо. На второй фазе же, да? Сейчас, секунду. Все. Это место станет вашей могилой. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Подбросил его. Слышно, а на этом Чурили, получается, на последней этой фазе. Я пока не могу прочитать это заклинание. Угу. Стая вас! Это заклинание. На этом боссе только действует эта параша, типа кровь вампира на этом боссе, да? Эти незыблемость, хуемлемость, она работает на этом боссе? Ой, ба. Чё нахуй, голды пойдёт. Сейчас не начисляй, погоди, я нажимал. Ой, у меня столько места в сумке нет, бля. Да. Я так волка не выиграл, бля. Шу. Я там плюсанул шаманом. Шо, я волка выиграл, да? Да. Блин, а если у меня места не было у Солки? Я шо, я значит, он там остался. Да, волка ты выиграл. А. О, я его взял. Слушай, меня просят уступить, но я думаю, как-то слиться грамотно. У меня уже есть. Ну, если что, зайду, помогу. В РС? РС или Ульдуар? А, давай. Как Серсей. Блядь, ба. Сейчас в десятку берут два хила, возьму или одного? Шо, ВВ потанчить, что ли, не может? Он там ролит глоры всякие на успех и так далее. Кто, кто не может потанчиться? Кто, кто, про кого? Ну да. Не могу пригласить члена другой. А, РС 20-30, а ща я еще с рейда не легнул.
А, если есть это БДК, я этот пошел бы помылся, подмылся. Да, я присутствую уже второй раз. О, у меня есть рецепт. Слышите, я выиграл рецепт какой-то. Только я не помню где. Бля, можно разбогатеть. Ну давай, хватит. Слышь, этот, нету БДК в гильдии? Че, я спрошу, блядь, Да. Раскручу ВВ на БДК. О, я как бы по тактике танка не очень. Да так лезвие убьют, короче. Всех. Я, кстати, за демона могу это сам трогать. Я пока не рискую танчить. Ну, эскейп случайно прожал в момент, когда ты кинул. Когда такое происходит? А, он вышел. Слушайте, тут тупо кода этот... Короче, вереница целых, ну, ребят, короче, все на этих коды ебаных в Долоране по кругу ходят. И я к ним присоединился. Вау. Ладно, идите без меня, я пойду, мне надо конспектик дописать 1,5 страницы. Бля, ты шо, гонишь этот, играй и пиши, ты шо. Катрэш может... Телефона неудобно. Что? Что ты говоришь? Говорю, с телефона неудобно писать, переписывать. Да, ну ты придумал, конечно, отмазать, пиздец. Прибасы. Бля, вы как эти черепашки-ниндзя. Бля, один код отстает, да, долнишка. Можно его обогнать. Мирандос, а ты это самое хорошо хилишь? Ну, вчера захилил раз куда сходил. Что значит хорошо? Ну, конечно. На пол там, я не знаю, тяжко, мне кажется, будет. Если протопал, то без напула, да, тяжко. Скажите Б, скажите Д, скажите К, Б, Д, К.
Это готовитесь к этой резке, где еще в 6К бывает движуха. По 6К движу будет. О, кстати, тут пишут, проверьте ТДН 25 гер, говорят, тут типа сброс КД был. Это наврали, ничего не сбросилось. Ага. Фейк. Кстати, у меня на X5 никнейм фейк такси. Ты волчайте покричи. Кстати, а ты будешь собирать 25 номер паладина или нет? Когда? Еще, предположим, завтра. Ну, когда время есть там, в четверг. Нет, еще. Там КД у многих них отвечаю. Рубочку мало кто ходит. Ну это. Мне шаману нужны перчатки отсюда. Мне тут какой-то нокдаун написал. Из северного сияния. Да, я чисто. Блять, нужно это узнать, есть ли у мусульмана выдох. Слышь, Войт, дай ассиста я возьму. Может, ну он за ДД убивал? Я каски всем бафаю, я так поняла, да? Mm-hmm.
Где читер? В данном режиме. Верхнюю полоску зацепился. Тут какие големы? Все это только большой, да? Тут нету. Здесь вообще нету големов. Это я здесь был в последний раз, миллион лет назад. Да, рубиновое святилище — это превосходное тренировочное место, и отличный шмот падает. X5, кстати, вообще не притягивает эту хуйню. Там где-то не все подбросы. Там, видишь, ачивка 12-го года. Не, вот я, скорее всего, с тех пор так и не был в этой резке. Not bad. Ты мне слышишь, ты меня набираешь? Набираю еще одного луня, выйду. На Liberty Square будешь закидывать с ГП? Хе-хе-хе. Без тебя хватает. Бля, прикинь, за Ванга пошел, ебать, на каре умер. Ебать, что за хуйня? Чё-то, нихуя, чё-то, пока привык этот за РДДшника играть, что ГП налутал, нихуя. Да нет, там, короче, ситуация. Не, мой косяк, базару ноль. Ну, короче, там, я так понял, договорились в РК, что типа вот мы, блядь, все в центре будем, что кара в центр будет, и все будут разбегаться, короче, какая-то хуйня. Ну и все. Ну я смотрю, короче, этот. Ебать. Центр смотрю, все вроде в центре, но я так, как ДДшник сбоку стою, такой пидорасик. Ну и смотрю там, вижу одну, вижу вторую, и думаю, ну блять, ну третья-то сзади точно не будет. Ебать, она сзади. Кстати, там, ну, слезы не травят. А чё, там протопол с резку должен прожимать, да? А ревностный не спасает от сурового, да? Может быть, просто потом босс ему навешал, уже после того, как ревностный пропал? У нас ульдуар будет сегодня, или это так, просто так? Там такое чувство, что DX5. ТП набора нету, Олег, бляхам. Набора нет. Ой, зачем? Так, ну да, просто так, ветка. Нужно подойти поближе. Не знаю. И
Наверное, нет. Да, у них там тоже все не стабилизируются. Ты говоришь эти... Слышь, говоришь, все инсты, блядь, когда последний раз ходили в это узилище, или как это сейчас называется, блядь? Это где вообще? У нас нет уроги и ханта, поэтому надо напрягаться. Мы кого-то истерию, что накидали, а? Слышите? Хилить надо. Ну вот этот болтарный экспец, он какой-то, по-моему, вообще ватный, блядь. Его в разные стороны вводят, не пойми, блядь. Я как смотрел за танком, по-моему, вообще урон толку не получает. Это мне так кажется. В целом прикольно. Нет, там вроде кого-то слаживал, но я вроде как смотрю, там вообще аху знает. Надо еще глянуть. Блять, там под водой череп какого-то дракона побольше, чем этот хуба. Сколько ЕП за десятку у нас? Вверх. Пока ЕП. Стоп, а не поперся на ульту идет? Цирк приехал. Он же писал, что... Он вроде бы писал, что собирается. Можно как раз таки. Да пиздец, блин. Там получается, ты когда жмешь на человека и пытаешься именно заметка для офицеров, да? Она меняет местами. Там, где пишется обычно имя, ну, либо имя, либо это. Ну, оно, короче, местами меняется. Не копируют. Это то, что я скинул, это я вот пытался написать чувака ник, его спеки и ГС. Оно мне писало все в нижнюю фигню. Еле-еле исправил на единичку как-то получилось. Да. Блядь, уже все починили. Галимые близы, блядь. Ну да, они сегодня утром написали там в дискорде, что все починили. Там же сразу баг-репорт им составил. Здесь произошли страшные события. Блять, Близзарды ебаные. Не знаю, что-то срыл чешку и токен, и все, сейчас начинаю агрорывать. Мне это уже не нравится. Да нет, я просто хуйпинаю. Просто Макгрегор танчит, а он не умеет танчить. Ну чё, я не умею, я просто... Чёрные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Алекс Стразов. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Мы сражались с расчетной жестокостью. Но основной слуги, обратите их в пепел. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики.
Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Бля, ты ж в натуре поначалу что-то как-то и рвал пропу, да? Ты что-то сделал, что потом огрот бросилось или что? Да, я, ну, стопанул, в общем. Ну, что, бля, пиздец. Левая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Рыба есть у кого-нибудь? Рыба, рыба. Рыба, рыба. Рыба, рыба. Блять! Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало. Прикольно. Грегор, зачем? Я не бью, не бью. Не спельте. Не спельте с меня. Пробегайте. Ну, вы говорите просто, когда не спелите. Если их поможет. Нашли. Если посмеете. Остерегайтесь теней. Они вообще тут действуют десятки. Они не действуют десятки. Сколько там процентов? Я не
сложные. Остерегайтесь тени. Не вижу, где он. Сколько небеса в огне. Беги! Сам для себя. Малышка, беги! Сам или нет? Небеса в огне. Нет, я два раза не подряд. Третий раз вот идти молотить. Беги, малышка, беги! Бейте, пожалуйста, добивайте. А нет, Бетрик умер у нас. Что я сдох? Анал дистракшн. Остерегайтесь теней. Пап, я умер. Дистракшн. Уничтожение Халеоном. Пали перчатки. Покисти рук. Сука, как я же выбежал? Там упала. Ну, перчатки вот эти как раз. Ну, по-моему, тоже тут блоки пароли. Что за перчик? Утлинка нити. Кожаный нити. Ну, вообще нормально. Да, вообще. Вообще классные. А это что, на хилаж пойдет, да? Нет, все лучше с алкоголем. Ты какая? Все выцепить хочешь, а они тебе не пойдут? Не, не надо. У меня ссылка будет. Ну это на Энха лучше всего, мне кажется. Все понятно. И по нам. А слышь, тут получается два человека пуга, по сути. Но это все равно входит в лимит. Да ни на кого. Макгрегор, ты не боишься, что тебя кикнут за гильдии? Нет.
Например, эта гильдия, которая была на экстре, меня кикнули лишь по той причине, что я не давала там ДПС. У нас даже 3К берут 25 гир, согласись. Он моего приста брали и лока. Наверное, нет. У меня времени столько нету. Святули хорошего, рыцарь смерти. А у тебя ну, раньше же было, да, право, Слава? Точно он женится, то в одну сторону, то в другую. Димку бедного лишает. Так это, слышь, ретри, ты ж вроде одет, но нормально. Ты ж попроси какого-то опытного ретрика, чтобы он тебя научил грамотно прожимать там кнопки. Ибо... Меня здесь одели. Что ты говоришь? Меня в этой гильдии одели. Ну, так этот, посоветуйся, чтобы научили тебя щелкать, чтобы ты там ДПС давала, ибо... Никто не жалуется. Что там за ретрика, давайте мне вот скажи, вот прям вот. Ну что там это? Буря по КД и все по ротации, приор, все. Ну есть же ретрики, которые больше дамажат, есть ретрики, которые меньше дамажат. Бля, ну смотри, элементарно, вот любой класс есть какие-то обязательные статы, которые нужно собирать. Обязательные, без которых он дамажит не будет. Я не жалуюсь, мне эта гильдия нравится, очень хорошая гильдия. Лучше, чем Либерти. Наш. Да. Так нет, так никто не говорит, я к тому, что ты говоришь, что... Ну, ты говоришь, что не дамажишь там, слабо дамажишь, так тебя... Тут... Нет, я говорю, что в той гильдии меня кикнули по этой причине. Хотя я там дамажила побольше, чем я не знаю кто. Их меньше вместе все взяты. Сколько ты на сурке даешь?